Добрый вечер, Тимур. Объясните, пожалуйста, как спрягаются глаголы лешаге, велиштаге в будущем времени. Прежде всего, глагол лешаге – сводить с ума, лиштаге – сойти с ума. По сути, это один и тот же глагол, просто в разных залогах. Лешаге относится к биньяну пиэль. У него корень шин гимель айн. Поехали. Будущее время. Берем инфинитив. Лешаге. Откидываем приставку ле, и остается часть глагола шагеа. К ней мы подставляем одну из четырех возможных приставок будущего времени. От первого лица к третьему. Первое лицо. Я. Они. Ашагеа. И это правильное произношение. В этом биньяне приставка алеф, по идее, должна всегда звучать как а, но в разговорной речи ее произносят как э. Поэтому чаще всего ты услышишь эшагеа. Анахну нешагеа. Мы сведем с ума. Ата. Тешагеа. Ат, те шаг и, тут нужно закрыть слог, и получается те шаг и. В быстром произношении те шаги. Атем, те шаг у, или те шагу, потому что не все правильно произносят закрытый слог, а потом новый слог, который начинается с гортанной буквы. Он, третье лицо, ешагеа, приставка юд. Хи, те шагеа. Хэм, хэн, ешаг. И да, в будущем времени в третьем лице женский род «хэн» есть отдельная форма, но ее никто не использует. В основном используют «ешагу», как и с мужским родом. Ну а теперь глагол «лиштагеа». То же самое. Берем инфинитив, откидываем «ламедхэй», и у нас будет та часть, с которой мы будем работать в будущем времени, «штагеа». Поэтому к ней добавляем приставку либо «алиф», либо «нун», либо «таф», либо «ют», одну из четырех возможных приставок будущего времени. От первого лица к третьему. Они, эштагеа, я сойду с ума. Анахну, ништагеа, ата, тиштагеа, ат, тиштаг и, атем, тиштаг у, ху, он. Иштагеа, приставка юд, хи, тиштагеа, эм, эн, иштаг у. Но, поскольку у нас третья буква корня гортанная, и это важно помнить, в настоящем времени это влияет на женский род, на единственное число. Если мы возьмем глагол лешагеа и хотим перевести это в настоящее время, мужской род будет «мешагеа» с буквой «мем», с приставкой «мем» в настоящее время, а вот женский род будет «мешагаат», в отличие от обычных форм, в которых мы слышим другие гласные, например, как «месаперет». То же самое с женским родом, с глаголом «лиштагеа» в настоящее время. Мужской род «миштагеа», женский «миштагаат». На этом все. Но если вы хотите закрепить ваши знания на практике, то подключайтесь прямо сейчас к моему тренажеру иврита.